сотрудниками службы в городе Магадане, пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району пресечен незаконный оборот огнестрельного оружия. В ходе проведения оперативных мероприятий в доме, расположенном в поселке Сеглан Ольского городского округа города Магадана, у гражданина России обнаружены 3 единицы огнестрельного оружия и более 1500 патронов разного калибра. Разрешительные документы на огнестрельное оружие у владельца отсутствовали, в связи с чем незаконный арсенал был изъят. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.